Жизнь груба с нами. I'm sure I'm fucking leave. Fucking half. Всем привет. Бля, надо мою тряпку постелить собачью. Эй, волосатая банда, волосатая банда. Бля, хопа за... Да твою мать, слышь. Блядь, да ты чё, за мной едешь? Походу, пора снимать бэкстейджи. Пора снимать бэкстейджи. Оу, май гад. На связи Токио. Это Beach FM и все подобное. Короче, сегодня можно обсудить панические атаки. Типа, не как было у Гуфа заглюченный, блядь. Еще этот наркотик нарушает какие-то моральные. Слепые эти поглюченные просто вот это. Странно вообще все. Короче, не знаю, как у ребят психбольных, либо страдающих там биполярным расстройством, либо маниакальным расстройством личности, либо вот эти есть пограничные там какие-то непонятные штуки, типа, у меня все происходит гораздо по-другому. И оно разветвляется каждый раз, типа, это все разное. Во-первых, это сопровождается какими-то конченными галлюцинациями. Типа, вообще, ну, непонятно. То есть, я не употребляю, если что, на всякий случай предупредите, вам не советую. Какие-то звуки, либо, допустим, вот меня может напугать просто, вот, только что-то там где-то резко что-то взорвалось, или закричало, или запищало. Все, у меня начинается это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, я не могу, типа, блядь. Поэтому начинаешь заливаться алкоголем. Вот, то же самое бывает, когда просто, типа, ни от чего не зависит. Типа, все замечательно, просто куда-то съездил, все, едешь, все с кайфом. И чувствуешь, ту-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 
непонятно, короче. И непонятно, как с этим бороться. Вот в чем прикол. Типа, на таблетке, про таблетки мне говорили, типа, я не хочу... закидываться колесами. Можно делать вырезки. Не хочу закидываться колесами, типа, никакими антидепрессантами, нейролептиками или каким-то там транквилизаторами и всей этой чепухой, потому что я пока что не пью, но зная себя, а знаю себя достаточно уже большую часть, можно сорваться. А как говорят врачи, не советуется со всеми этими лекарствами употреблять, ну, количество алкоголя. Как у меня, оно охуевшее количество алкоголя. Ну, по крайней мере, было. Сейчас я не знаю, в кадре есть или нет, там чисто 10 банок безалкогольного. Вот. И 2 банки энергетика, как бы. Вот. Будем идти от обратного. Я знаю много вещей из теории, типа, как с этим там бороться, то, что вот, ты там должен все это, дыхательная система, то есть должна быть все там настраивать себя, успокаивать, то, что какие-то есть образы, это игра подсознания, там что-то еще. У меня, как у типов с рехаба, у меня есть свой дневник чувств. Дневник чувств в рехабе, он либо пишется, либо рисуется. У меня, типа, это иллюстрированная штука, когда-нибудь я вам его покажу, как, может быть, не покажу. Вот, потому что там такие рисуночки, типа, ну, и в моменте, когда они рисуются, типа, я не понимаю вообще ничего. То есть рисуют их как бы мной, типа. Я не знаю, насколько это будет вам понятно, типа. Ну, может, кто-то есть там, страдающий подобной штукой. А, дыхательная система. А, точно, точно, точно. А, в магазин один раз я куда-то сходил днем. Вот. Мне такая, бля, попробуй, короче. Это прям, ну, работает, типа. Вот, я захожу в магазин, значит, типа, ну, все замечательно, типа, такой тук-тук-тук-тук, все, ну, вроде все ровно, типа, ну, естественно, я, конечно, не понимаю то, что, типа, почему я в магазине, для меня это вообще странно, типа, дико, я прямо дверь открываю одну, дверь открываю вторую, захожу, и вот с этого момента у меня щелк, и такое ощущение, как будто весь магазин ждал моего прихода, типа, все такие за мной сразу смотрят, кто зашел, блядь, и каждый, типа, за мной смотрит, и, короче, как будто за мной следят, и я такой... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, блядь. Начинаю потихонечку идти. Этот начинается ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я в один отдел, я в другой отдел. Вот. И продавщицы, типа, думают, то, что я зашел что-то там у них забрать портфель, типа, как вот обычно делают школьники, да. Вот. А у меня, типа, денежка имеется. Как бы, вот. И я, типа,
начинаю что-то как себя, ну, тупо, вообще прям тупо, блядь, вести. И за мной, короче, кого-то отправляют. Из продавщиц, из там консультант, кто это, я не знаю, что такое. Вот, и за мной, короче, этот ходит. Я и так зашел туда, я понимаю то, что за мной смотрят, типа, все. Я такой, тут, все, я не могу, типа, как мне себя правильно вести. Вот. И за мной начинает что ходить везде. Типа так, беспалево. В метрах двух, наверное, от меня. Вот, а меня вот это вот все начинается. Я в один отдел, я в другой, она за мной. Я, блядь, опять ухожу, она опять за мной. Я, естественно, ничего не могу купить, потому что тут, ну как это так? Я начинаю это дыхательное это делать. И то есть, ну прикиньте ситуация, типа, я и так иду весь, блядь, чисто. На движении, короче, питерском, такой, ё-моё. Вот, а тут я еще и туда-сюда хожу и ничего не покупаю, когда за мной, типа, вот, ну, ходят рядом прям, то есть. И я еще начинаю вот эту... как собака, типа. И баба вот эта такая смотрит, а меня тут, и я... Типа, ну, как будто это мне еще... Было бы еще, ну, для лучшего совпадения было бы, ну... Для лучшей картинки, если бы я бы еще обзашел, короче, вот в этой в какой-то рубахе по колено, ну, типа, для этих, для психов, без трусов чисто, босиком и такой. И, короче, с тех пор я больше никак не увлекался дыхательной системой. Мне начали помогать другие моменты, типа, из-за того, что я ни с кем не общаюсь, для меня трудно это все производится, мне проще общаться, вот, допустим, так с вами через какие-то сети, типа. Я много чего снимаю, много чего делаю. В треках я снимаю очень-очень всего много. Я снимаю в треках очень много. Кого-то я снимаю в треках. Снимаю очень много роликов, записываю очень много треков. И вот этот микрофон, наверное, лучший друг пока.